Всем привет! Вы на канале Тихая Охота. Сегодня пойду в лес за грибами. По дороге встретился вот шампиньончик. Срежем, посмотрим. Так, чистенький должен был быть. Вот. Червивый. Вот, друзья, аурикулярия уховидная до сих пор встречается. Я думаю, она будет расти до летней жары, до засухи. Сейчас влажно. Вот такие вот грибочки поднаросли. Вот целый ствол ей прям зарос. Друзья, встретился мне еще вот такой вот гриб. Это плютей оленей. Причем классического такого светло-серого до светло-коричневого оттенков шляпкой. Ножка, я уже в своих предыдущих видео говорил. Ножка по окрасу у него смахивает немножко на подберезовик. У него такие вот темные чешуйки на ножке. Ножка волокнистая у него. Примерно напоминает, как у рядовок, только пожестче, покрепче волокна будут. Гриб этот я оставлю, пускай он растет. Он здесь один всего. Я думаю, скорее всего, он будет червивый, даже если я его срежу. Поэтому даже не буду трогать. Вот на нем уже даже есть вот червоточина. И вот здесь наружу повыходили. 100% червивый. Очень часто, друзья, попадается навозник мерцающий. Я, конечно, не любитель спиртных напитков, но просто нужно предупредить. Друзья, этот гриб под водочку вызывает отравление, и либо по-другому еще называют это сильнейшей аллергией. Будет очень плохо, слезы, сопли. Не стоит. Вот здесь еще. Его много попадается сейчас. И много такого, который уже гниет. Начался автолиз. Темные пластинки. И много вот таких вот молодых. Со светлыми пластинками берите. Вот у него частенько вот эти чешуйки от дождей облетают их, обмывает. Вот сейчас у него даже мало этих чешуек, наверное, половина, даже меньше осталось, потому что были дожди, ливни, все посмывало с него, но при этом они еще видны. Навозник мерцающий, съедобный гриб, можно жарить, тушить. Гриб на вкус такой сладковатый, напоминает лугового опенка на вкус, но более мягкий. Ножка у него тоже мягкая. В общем, берите, не пожалеете. Но только не под водочку. А вот, друзья, трутовик серно-желтый. Прям такие молодые грибы. Вот. Они влажные на ощупь. Яркие. Вот такие можно брать и есть. А вот здесь пониже более старые, они уже начинают блекнуть, суховатые на ощупь, хотя вот под низом вот эти два молодые.
красивый гриб.